Ности на кувалде, Курсен на Малфориане. И справа наша команда в красном. Ичи на Лунаре, Седовласый на Уриэль, Фекс на Заре, Элли на Джоане и Пауэрнер на Трале. ТБД как обычно. Ну, у них пики интересные, и они показывают оригинальную игру, что-то интересное. За ними приятно смотреть, даже если они окажутся сильнее вдруг. Понеслась. Да, начнется битва. Собирается на миду, Лунар кидает своего виспа. Виспа убили ни за что, ни про что, просто... Чекают скилла на кусты, не фейс чекают, как парни из платины. Ого, какой контроль сразу, Джоан. Уверили, какая пробитая. Уходи, уходи. Ребят, только не умирайте. Там был выпит ТЦ, очень жестко. Так, мясник ушел на топ. Кто к нему пойдет? Надо уже сокать, ребят. Трава на боте. Интересно как. Трава дамажит, замедло от нога. Корни не прошли. Трава бежал на ускоре. Хаммер пушит. Развалился и пушит. Но траву нужна помощь явно. Тут надо как-то пересекать это. Тем временем ганг на мясо на топе. Лунара Саурель. Ой, как он дамажит Зарю. Мясолиск. Что еще в кичишу уйдет? И он должен умереть там. Яд и все такое. Да, убивают. Первая кровь, но тем временем уже башни нету на боте. И три святилища. Киев сегодня играют, да, это на стриме хворки, они сейчас играют. Смотри там. Угу. Так, три храма. Ну и после этого боя вполне возможно, что мы на арт-острове в Киев переключимся. Так что не пропадайте. О, траву убили. Отлично, я посмотрел. Ну, просто в наглую пушит команда ТБД. Остальные на топе, трое на трое. Дефут свой храм. Мясник в Зарю бежит. Щиток. Такие все битые, кстати. Заря битый и мясо битый. Какие проблемы будут у мяса, нет? Ну, восмещается, она может закрыть сейчас нашу команду. Так, по Заре урон. Ну, как закрыть, да? Численное преимущество, но все-таки битые из ТБД. У них, между прочим, 4 уровень. Преимущество в пол уровня, просто Заря там долго пушила. Фекс забирает храм? Нет, не дают забрать. Меняет. Мясо бежит. Так, Джоан. Откидываются. Корни хорошие. ТС. И минус... Минус один наш парень. Минус мясник. Минус Лунара, минус мясник. Элли убегает. Так. Джоанна. Лип. Где это произошло? Ну ладно. То есть в итоге команда Фьюрис Мафия забрала один храм. ТБД заберут свой. И на боте сейчас будет замес. Кувалда отгоняла все время трава. И притом кувалда еще и спушила на боте много. То есть практически форс несла. По уровню такое преимущество есть у команды ТБД. Сейчас посмотрим, кто второй храм заберет себе. Ну, ждут подкрепления. Малфуриан бежит. Хил. Эх, трава как убитый. Пара выстрелов новая, ему проблема будет. Корни в Лунару, щиток на нее. Так. Перестрелка. Ичи пытается забрать. Своим огоньком сбивает Малфуриан. Ой, все битые, Заря битые. Там тоже мясник. Хаммер уезжает на ЗЭшке. Так, сейчас заряжать могут, да. Минус один. И забирают храм, отлично. Так, кого это у нас там убили-то? Малфуриан, да. Дедушка не пережил этот заезд. Пытаются подпушить немножко, пользуясь преимуществом. Не дают телепортироваться. Бэт Бенни. Так, сейчас Хаммер возвращается, может что-то быть. Либо просто отгонит. Ну, наши Фьюжес Мафия уже молодцы, они разошлись по вайнам и соку, и топ, и мид.
ТБД пока не сокают, и наши уже догнали по уровню их. То есть седьмой сейчас получит команды примерно в одно время. Забирают гоблинов. HM. Русская мафия нового чекает. Будет какой-то трап. Нет, чекнуло. Четверо из команды ТБД. И ТС вырывается, корни. Это ловушка. Фекс очень пробит, его убили. Казалось бы, Траут тоже был, но он был где-то внизу и не смог помочь своим. Неплохо. Опять по уровню чуть-чуть откомбычились ТБД. Мясник против Джоанны. И ТС сейчас на меду сокает. И... Нова побежала в поисках приключений. Трау без маны бэкается. Два алтаря на топе. Пардон. Можете посмотреть таланты. Так, очищение есть у команды ТБД. Полезный талант. Так, ударь. Усиливающий азарт. Такой, как убитый ДРД. Тем временем алтари поднялись. Чизит за ТБД, за мясником. Бэтбэнни пытается забрать, но зря ему сбивает. Пятеро. Да. Ну что, пытается подраться наш? Уже смотрел. Опять Бэтбэнни влетает, контроль. Еще пойдут корни? Щиток от Зари. Лунара расстреляла свой алтарь. Тут все немного биты. Так, урон по Нове идет. Отличный контроль волки и Лунары. Убивают его. Трава с помощью волка. И ТС выкат в троих. Ну и теперь ты их дамага-то меньше стало. 4 против 5. Да. И что они так и отдают святилище? Угу. Еще сбить. Да, не успела сбить Заря. Ну, опасная ситуация. Упс. Щиток еще кончится, и в Зере проблема. Да. Его убивают. По фрагам 5-4 в пользу ТБД. Посвятили еще некоторые преимущества нашей команды. Тем более, ну, тут ТБД успели захватить. Хаммер успел захватить форт на боте. Интересно. Нова мешает задефать храм. И ТС прыгает. Контроль. Ну, проживание. Джоанна прожимает щиток. Нет, все-таки не уходит. Да, хорошая игра от ТБД. Видите, как задефали свой форт, и у них, между прочим, ульта, да, вот 11 уровень уже. Чем я говорил, опасный чреват. На этой карте у него важный уровень. Если вы проиграете в уровне, тем временем Хаммер убивает Трава с мясником. Если вы проиграете в уровне, то у вас проблема. Вам сложно будет бороться. Так, что это за ТП? Это... Да, отменил. Либо байт, либо реально без мана так ТП-шился. Хаммер с мясником спокойно сносят форт на миду. На боте Фьюрис Мафия забрала свой форт. Так, и что, 12 против 10? Почти 11. Ультимативные способности. Мясник загулял, у Бойда проблемы и умирает перед самым храмом. Ну как раз треснется к нему, только надо будет добежать еще. Ну, Тубизу Тремайнет скоро получит 13-й. Забирает своих гоблинов. И все команды на боте собираются, нет, не все. Видимо, отдадут этот храм, возбивают просто. Ну Хаммер, смотрите, Хаммер на топе, он пушит. Собирает опыт и пушит. Да, храм просто отдают. Возможно, ТБД имеет какой-то план, что они заберут все три храма таким образом. И нет. И будут расстреливать просто врага. Так, Фьюджерс Мафия идут по боту, пытаются тоже пушить. Ой, ТС прыгает. Ульта новый, шикарный комбят. Так, кристалл. Ульта мясника. Ладно, минус 2. Вот они глобовые. И
Представьте себе, и это без хаммера, то есть замес 4-5 и минус 2 у команды Фьюжн Мафия. Вот еще хаммер приезжает. И сейчас добьет остальных. Минус 4. Фекс уйдет. Ну, Фекс-то уйдет, ну... Это минус 3. Минус 2 храма все-таки. Крипы смогли защитить. Сейчас бы пошел расстрел кора команды Фьюжн Мафия. 14 в 12 у нас. Забирают вражеских гоблинов команды ТБД. Попробуют их провести, возможно. Тут мясник бьет этих. Нет, смещаются на мид. Просто пушат. Просто с хаммером пушат. Главное, у них получается играть. То есть они сдают замес без хаммера и выигрывают. Да, ТБД сильнее. Минус форт. И на топ или босса? Берут босса. Ну, его как играет? Секретная операция. Быстрое проецирование. Усиленный патрон, точечный удар и двойной выстрел. Угу, за мидл берет на первом, конечно. Так, босс минус 4 по вражеской коре. С точки зрения ТБД по вражеской. 26-27. Да. И 15 в 13. 2 отставания, 2 уровня отставания. Вот это вот то, что печально. И сейчас пятеро. Ага. Против троих. Или как убитый, смотрите. Да. Минус Джоанна. Минус мясник. 4 в 4. Кристалл. Хаммер очень много накидывает. Просто очень. Феникс не выживет. Седовласый. Все. Одного нора. И это Team Vibe. Красная команда убита. Да, ну надо фокусить-то хаммера. Никто его не бил. Сейчас хаммер подъехал спокойно в конце, так за месяца, ближе к концу. Расстрелялся. Стабильно тут. Сносят форт на боте команды ТБД. И 17 против 14 сейчас будет. Буду дефать на миду форт. Сейдж моде. Джоанна стяжка. Корни. Он бежит нова. То есть будет какая-то... Эти сейчас может прыгнуть. И ульта новая, опять же, комба. Мясо врывается. Ульта новая. Ну, так. Джоанна умерла. ТС не летит. У него кулдаун только откатился. Ой, какой фекс пробитый, надо ему уходить. Забрали себе форт команда ТБД. А, фекс не ушел и умер. Отлично. А, Седоваса проблема, кристалл. Нова умирает. Слишком далеко за Чезева, да? Под стеночку. Так, все-таки отстояли форт на миду. Вау, выбрыв трава, корни и все, минус трава. Герой убит. Да. Ну, конечно, Фьюжн Мафия не в сухую проигрывает, но видно, что ТБД на данный момент сильнее. То есть, надо еще Фьюжн Мафия тренироваться, наигрываться, состава, опыт. Хаммер опять развалился, пушит, мясник дефает. Так, тем временем на боте хотят забрать свой форт обратно. Команда Фьюжн Мафия. Угу. ТБД на миду уничтожает форт. Так они постоянно пушат, давят. Не дают спокойно команде Фьюжн Мафия. Вот еще и кэмп забрали. То есть им постоянно приходится дефать. А еще сейчас 3 храма. То есть 3 точки. 3 алтаря. Забрали все-таки себе форт. И на мид смещаются, да? На алтари. О, тут такие... Форт падает. ИТС спушил форт. Круто. Так, замес. ИТС летит. Кристалл. О, кстати, мясо убили. Шикарно, шикарно. В узком проходе. Поймали. Минус 2. И надо стараться сейчас расстрелять и собрать как можно больше опыта. Седовласый расстреливает. Зэшку прожимает хаммер. Ну. Так, Траул чейзит. На Фуриана. Как новый его надамажил. Корни.
Проблемы, проблемы у Элли. Джуаны убили ее. Разменялись ульта, новая. Хаммер чезит. Пусть это у вас и на карполях уходит. И все битые. Ну, Хаммер это добьете, нет кто-нибудь? Нет, не получается. Все, смогли. Минус 4, 4 в 1. Кунара. Отлично. Ну, хоть что-то, хоть что-то. Хотя, все равно по уровню сейчас 20 будет. О, ТБД. И по коре уже впереди ТБД тоже. Ну, хоть сейчас-то и расстреливали команда Хьюджес Мафия в Атари, но форты у них не все были, не так много летело по вражеской коре. Ну, удачный замес тут был, конечно. Так, мясник забирает нижних гоблинов у нашей команды. Спокойненько. Хьюджес Мафия пока вернули себе форты. Заберут гоблинов на топе, да, по пути, раз уж... Что далеко ходить? А босс тем временем резнулся. И оповестил вот это криком ха-ха-ха-ха. Так, и что, они попробуют сами пушить или что-то? Ну нет, 20 и 19. Им надо собрать по уровню, нельзя сейчас драться, никак нельзя. Очень опасно. Так, ну висп палит. И храмы. Но нет еще 20-го. И, ребята, не ходите сюда, не ходите. Не ходите, вы нельзя драться. Соберите опыт немножко. Угу. Потихоньку смещаются команды к миду. У ТБД есть 20 уровня. Новая перемотка. Так. Ой, рано, рано замес. Это был раскол, серьезно, Джоан. Замес без 20 уровня. Ну, это суицид немножко. Выкатывает эти ETC. Такой минус 2 уже. 20 есть. Вовремя прямо. Минус седовласый. Минус заря. Единственная Джоанна выжила на своей пассивке. На щитке, который у нее появляется. Последнюю минуту. Вот зачем это было на самом деле? Они таки так отдали эти храмы, алтари. Но еще и тим вайпнулись. Лучше бы они отдали и попытались потом подраться. Все-таки 20-е, 20-е, конечно. Ну что поделать. Укрепление, раскаты грома. Что я смотрю, на 20-е. Боссы забирают команды ТБД. Ну мало шансов у нас уже. Что тут 22 упора остается. ТБД пушат мид. Там одна Джоанна, не может она его задефать. Никак не может, как бы не умерла. Замедло, ульта новая. Да, она умерла. Вот это поворот, да. Но она не могла задефать, ей не надо было драться вообще. И что теперь? Теперь четверо из команды Хьюджес Мафии есть, но нет Джоанны. Сейчас ТБД заберут себе топовый форт и пойдет расстрел корен русской команды. Ух, он, наверное, просто подойти не может к Хаммеру. Раскол. Это неплохой фокус, но TC прыгает. И все. Да, выход на сцену очень хорошо заходит. Это Team Vibe. GG. Что ж. И Седовлас еще жив, кстати, не совсем Team Vibe. Вот теперь Team Vibe. Все, пока, GG. И все самоубились, один Малфурион остался, да. Забавно. Ну, у наших есть свои положительные моменты. Видно, что команда не нубская. То есть у них были хорошие замесы, им надо еще тренироваться, и все будет. Кувалда, конечно, напушила просто дофига. Урон по героям. Новый топовый урон. Команда ТБД. А у наших Унара. Роль. Малфурион выхилил 73 840. Аурель 57 260. Угу. Ну, Малфурион. Конечно, натанчили, но не получилось. Твантики.
И ждем следующие бои, посмотрим, кто дальше выйдет. Этот бой начался позже, так что, возможно, там уже что-то есть.